Володя! Володя! Володя, ты где? Володя! Что это? Володя, это же классическая Рига. А матом, Сережа, не ругайся, а то Сережа из Европы нахуй выгонят. Припасть к этой дружелюбной мостовой хочется. Где улица Мясника? Какая улица? Там старые дома такие. Кречет. Точно это улица? Да, точно, да. По площади? Точно, точно. Это мы потерялись. Поверните налево, затем да поверните вот направо. Вот, нам надо Смилсу стрит. В таком городе и потеряться на грех. Куда идти-то? Да прямо, жопой. Туда и налево я там. Я устал, мне надоело. Я хочу домой. Я хочу какать. 30 шагов на север до старого дуба. Спа. Спа. Мне ногти подстригли и накрасили в суп. Нашли, кажись. Дело в том, что наш друг Базин, как это сказать, даже неудобно, подсел на кисть. Сел на кисть. И как обычно, начиналось с тонкого колонка, потом кисть утолщалась. В какой-то момент пошла малярка. Я перешел на валики, а потом окунался голову в краску. А швабру забыл уже? Швабры не было. Швабры не было. Главное, Серег, не надо бояться себе сознаться. Первый шаг – это признаться себе, понимаешь? Да, да, знаю. Клуб анонимных кистолюбов. Вальгалла! Прекрасно! Сегодня было немножко по-панковски. Андеграунд, ребят. Вы про андеграунд слышали? Вот, андеграунд, вот так вот говорят. Знаете, ведь говорят, что музыка – это международный язык любви. Поем еще въебем, пацаны, охуенно! Лейтенант! Мальчик молодой, если бы ты знал женскую таску по сильному плечу. Ай, блядь. Сейчас кровь из глаз пойдет. Чувствую! Советский Союз. А теперь я поднимаю ноги. Потому что, сука, в кои-то веке вот так.